Заткнись, я говорю! Надо быть предельно осторожным. Никто не должен знать, что я здесь нахожусь. Совсем не... А чё? Ой. А если ты ко мне не придёшь сегодня, тебя будет ждать очень весёлый сюрприз какой-нибудь. Я чайка, я чайка, я чайка, я чайка, я чайка, я чайка, я чайка. Чё уставился, пи***? Вик, ну я бы хотел... Если поумнеешь, приходи, я тут. Земля в иллюминаторе. Ребят, а что тут происходит? Ребятушки, я немножечко в кадр не помещаюсь. Может быть, 2 килограмма печенек было лишним на ночь? Да не, это всё водичка на шкафу. Только! Не, ну ты совсем... Тупой! Скажу тебе честно, здесь все тупые. Ну, кроме меня, конечно. Телепят шарики, сырные шарики. День третий, они все еще не поняли, что я не сахар. Сидим в баночке, не подаем виду. Я сахар. Пойду-ка заварю чаек. Какой интересный сахар. Чтобы быть сахаром, надо думать как сахар. Как бы поступил сахар в этой ситуации? Ладно, сделаем вид, что мой сахар. Не ешь меня, блядь. Суси. Ты, сволочь. Из-за тебя я не могу заснять это уже видео целых 2 дня. Соизволите ли вы объяснить, почему вы не приходили ко мне все эти 2 дня? Ну это... Говори! Ты просто не посмотрела новые видео Юджина, и я хотела, чтобы тебя ничто не отвлекало. Что я несу? Правда? Конечно, брат, ну ты чё обижаешь? Господи. А, ну тогда иди, иди. Бог услышал мою молитву. Ага. Чё вы шумите? Время 12 часов. Ты чё, пил? Кто пил? Ты. Я пил? А, я не пил. Я дуб. А дубы пьют только воду. Серьезно? Ребята, вы знаете, кто такая Вика? Мне самой стало даже интересно. Готовься. Вика, ты гениальный европейский йогурт. Не понял. А знаешь, где это прочитал? Где? В твоем личном дневнике! Фиг. Ты. Фыр-фыр-фыр. Черт, мое хомячье чутье подсказывает, что я в полной опасности. Посмотрим, для кого она будет добрым, а для кого она будет в синем кубике. Посмотрим, для кого она будет добрым, а для кого она будет... Надо подобрать какое-то крутое слово сюда. Ну, не смей уходить, я думаю. Помогите, плед. Иди сюда. Вик, что происходит? Ничего, ничего, просто бегаем. Окей.